Друзья, всем привет! Сегодня продолжение предыдущего видео. Авторынок «Зеленый угол», машины. Покажем еще автомобили, которых нет на сайте drom.ru. Ну и посмотрим цены. То есть идем дальше, вторая серия. И еще, подписчики, просьба к вам такая. Мы работаем уже довольно давно, уже много лет. Те, кто приобретал автомобили через нас, напишите в комментариях под этим видео, как ведет себя автомобиль, как ведут себя автомобили, затраты, расходы, вообще общее состояние автомобилей. А лучше не поленитесь, снимите видео, поснимайте видео, не ленитесь. И мы это выложим у себя на канале. Друзья, ну вот сегодня еще покажем вам немного автомобилей, которых нет на сайте drom.ru. Итак, первый автомобиль — это Toyota Corolla Axio, автомобиль 2016 года, двигатель 2NR, 1,5 литра, 109 лошадиных сил, установлена коробка передач, вариатор, аукционный лист указан 4 балла, пробег на автомобиле, смотрю на цену, говорю, пробег на автомобиле, сейчас посмотрим. Серый цвет, автомобиль без литья, летняя резина, штатные колпаки, камера заднего вида есть. Axio — это, наверное, такой самый бюджетный седан. Брызговички, все как надо, светлый салон, комплектация простая. Был какой-то небольшой прокур, видимо, заделали. Багажник, давайте оценим багажник, сколько коробок с инструментом сюда влезет. Довольно много. Передний привод, автомобиль не ржавый, тазик сзади идет целый. Как вы относитесь к седанам? Пишите комментарии. По месту. Все обычно, все стандартно. Я это, наверное, практически во всех автомобилях, да, говорю. Ну, попадаются такие автомобили, где, допустим, мне неудобно находиться, аэрбэги. Понес-карта вот сюда свою спрятал. Климат, антибукс, антиюз, ручник, все как положено. Не нравится мне вот такси, филдер, не нравится мне обделка. Вот честно говорю. Говорю, как есть. Аукционник. Ну ладно, аукционник надо смотреть. Дальше возьмем еще один интересный автомобиль. Это у нас Toyota Sienta. Кстати, Axio есть 4 вода, есть передний привод. Есть гибридные версии. Sienta то же самое. Есть передний привод, есть 4 воды, есть гибрид. Вот, пожалуйста, стоит 2 Sienta. Сколько стоит, не знаю. Сейчас посмотрим. Начнем с зелененькой. Камера заднего вида на автомобиле установлена. Цвет автомобиля зеленый. Обшивка светлая. Сиденье коричневое. Нормально. Так, значит, у этого автомобиля третий ряд сидений прячется под второй. Кому интересно, откройте наше видео, посмотрите. Сейчас мы этого делать не будем. Места мало. Вот честно, мало места. Третий ряд. Только детки. Тоже без литья. Неплохая летняя резина 2016 года. Бесключевой доступ. Климат отсюда вижу. Полный мультируль. Тут все прям наполировали, блестит все. Сзади место, нормально сзади место. 3 человека спокойно сюда залезут. Проход на первый ряд сидений, стеклоподъемники. Здесь под кожу сделаны, якобы кожа, но это идет, все пластик идет. Картоночку тут постелили, чтобы не пачкать, руль идет. Кожаный. Видите, дверку открываем, появляется машинка. Ух ты, нифига себе, пробег 18 тысяч указано. Ну да, надо смотреть автомобиль. Вот такого плана бардачки идут. Здесь что у нас? Крючочек, подстаканник, стеклоподъемник. Здесь тканевая вставочка идет. Ну хоть ткани добавили. То неплохо. Две электродвери. Кнопочку нажали. Дверь поехала. Кнопка старт. Вот видите, дверь открывается. Туманки здесь уже ставили. Ладно, нажимаем. Дверь закрываем. Стоит она 937 тысяч. Ну и вот следующий. Следующая тоже 937 тысяч. G.
Я имею в виду по комплектациям. Все то же самое, но это с другим салоном. Здесь уже темный салон. Я, если честно, светлый салон не люблю. Как-то пачкается он быстро. Вот кому Сиента нужна, смотрите. Повторяю, на дроме этих автомобилей нет. 27 тысяч указан пробег. 2, 4 семерочки. А давайте гибрида пойдем посмотрим. Фит, ярко-синий цвет. Сегодня у нас как-то обзорочки начинаются. Сзади начинаются у нас обзорочки. Так, вот опять перебил мне телефонный звонок. Итак, багажное отделение. В принципе, по объему нормально, пластика нет. Здесь у нас прячется домкрат, ремкомплект. Тазика нет, гибрид установлен. Это у нас получается L-ка комплектация. Смотрите, получается ровный пол. Ровный пол. Это, конечно, плюсом идет, что ровный пол. И еще у него делается вот так в фите. Оп, все. Стоит машина 797 тысяч. Есть ключевой доступ, коробка передач, робот клиренс. Открывайте технические данные, смотрите, в принципе, у всех автомобилей клиренс он примерно одинаковый, там от 150, ну, грубо говоря, да, там 145, там 160, 170. Кнопка старт, мультимедиа система. Что тут? Ну, место, как обычно, аэрбэги в стойках. Здесь аэрбэгов нет. Подсветка, кожаный руль. Гибрид, полноценный. Есть даже 4 ВД автомобиля. Это у нас Inside, интересно, открыт. Inside опять, видите, с задней части подходим. Ну, Inside, когда они только начали появляться, чем-то сравнивали его как-то с Приусом, хотя автомобили очень-очень разные. Гибрид здесь идет неполноценный. Аукцион 3,5 балла, пробег указан 63 тысячи на автомобиле. Фары какие-то такие потертые. Антенка выдвигается, летняя резина, темный салон. Пойдем походим еще дальше. Следующий автомобиль — пушка-бомба, Mazda Demio, 4 ВД, кардан, автомат, все как положено, 17 год, 1.3, 92 лошадиные силы. Ну, поставьте на паузу, кому интересно, дальше почитайте. Летняя резина, туманочки, без литья. Визуально автомобиль смотрится шикарно, каких-то видимых дефектов не вижу. Опа, что там снизу у нас, посмотрите. Багажник, вот здесь пластик, запаски нет, климата нет. Цену не сказал, да, салон мне нравится, в Demio вот такой комбинированный он идет. Что у нас дальше? Мультируль. О, водички кто-то оставил. Стеклоподъемники, под кожу сделано. Режим спорт. Обычный автомат. Есть, видите, здесь климата нету, есть автомобили на климате. Монитор 180. Кнопка старт. $697 тысяч и активная система предстолкновения. Ух ты. Смотрите, сейчас отодвинусь. Я же сам как-то не ожидал. Смотрите, что Япония сделал. Открываем раз, значит, вытаскивается что-то. Как он туда карты вставляет, интересно. Что-то как-то выезжает. Честно. А, вот оно. Сам не понял, что сделал. Оп. Все, он туда карту раз. И поехал по хайвеям. Дальше. Итак, 697 тысяч. 17-й год. Смотрите, появилось очень много
пасека. Сейчас просто вкратце по ценам пробежимся. Итак, 15 год, мотор 1 литр, 4 балла, пробег 52 469 тысяч. 15 год, белый цвет, 77 тысяч пробег, 439 тысяч. 15 год, литровый, 87, пробег 439 тысяч. Белый цвет, 15 год, XL комплектация, 469 тысяч. И такой ярко-красный цвет, 15 год, XL комплектация, мотор 1 литр, 475 тысяч. Пробег 65. Стоит голубенькая. Голубенькая, видите, на любой бюджет и цвет. 13 год, пробег 69 тысяч, 425 тысяч. Серенькая, 15 год. Они все литровые, абсолютно все, 455 тысяч. Ну и давайте перейдем на другую сторону. Сколько насчитали пасеков? Красная 429 тысяч, белая 445 тысяч, ноут новый, 17 год 1.2, 599 тысяч, кстати, в данный момент у нас проходит поиск Nissan Note, будем искать, покажем, что нашли. 17 год еще один, 599 тысяч, и это уже стоит белый, 4 ВД, моторы у них 1.2, 79 лошадиных сил, 639 тысяч. Предыдущий кузов 16 год, мотор тоже 1.2, аукцион 4 балла, 539 тысяч. Стоит такой автомобиль. Outlander 16 год, 2 литра мотора, 4 ВД, гибрид, черный цвет, на солнце прям ярко переливается. Сонары 1 900 000. Нехило, не слабо. Чистейшее багажное отделение. Приятно запах такой в салоне, честно, наверное, вонючек много понаставили, понавешали. Натирают все, ходят, чтобы машина блестела. Во как. Ручки, переключение передач, подогревы. ВД, подстаканники, подогрев руля, розетка, аукционник. Аукционник настоящий. Настоящий аукционник. Окрасов нет, пробег 108 тысяч. Здесь тоже 108. 1 900 000. Так, и вот просто идем по рынку, да, чтобы... Ну, примерно понимали, какое количество автомобилей. Да, есть как бы пустые места, есть. Спорить тут никто не будет. Но, тем не менее, автомобили потихоньку прибавляются. Я больше скажу. Вчера вечером скинули посмотреть. Один подписчик скинул посмотреть 5 автомобилей. Вечером это было. Сегодня на 10 утра 2 из них было продано. Поэтому хорошие машины долго не стоят.